Я скажу прямо. Солдаты, развращенные идиотскими лозунгами, лживой свободой, не желают больше воевать. Войны у нас тут нету. Нам домой живыми охота. А то, что немец на русской земле стоит, ничего? Наступление в данный момент невозможно. Да, теперь нас спасет только чудо. Нет, не чудо. По моему приказу идет набор в женский батальон Бочкарева. Именно это поднимет боевой дух армии. Барышня, прошу в сторону, вы не подходите. Видать, толста ты. Да я не толста. Я здоров! Вот дает баба. Добро пожаловать в батальон. Здравствуйте, новобранцы! Пока вы не батальон, а просто женщины! Если хоть одна экзаменации не выдержит, батальон будет трансформирован. Я прошу направить батальон на передний край обороны. Сейчас! Поцелуй-ка меня, красавица. Да мозги у тебя, дурю, забыли! У всех у вас! Раз такую поганость позволяете! Куда ты их привела? Этих девочек? На гибель? На смерть? Женщины погибнут под первыми же пулями. Бабы за место вас воевать готовы! Простите меня.